Сегодня у нас знаменательный день. Произошло крещение нашего любимого родного сыночка. Погода сегодня нас радует. Тепло на улице, солнышко. Чего у нас в Питере обычно не хватает. И желаем здоровья, счастья, чтобы ангел-хранитель оберегал, защищал. И появились сегодня у Арсения еще дополнительные родители, крестные и крестные, с чем мы поздравляем его. Благословен Бог наш, святый Пресвятый веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Исущим о гробе живу, даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Исущим о гробе живу, даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Исущим о гробе живу, даровал. Святый Божий, святый грех, святый смертный помянул нас. Святый Божий, святый грех, святый смертный помянул нас. Святый Божий, святый грех. Очистился как греха и всех скверн, приходящих ко святой Твоей Церкви, и со смертью спасаются пресвятые святые Твои тары. Яко благочин и от нерожденного торча, благослови, возрасте святим разумеем, славу любому монстру, и гады кривил все. И ей показалось ему, свет чувствует, да и ум остался светом, и ему же пригласит, сопрещается с его Твоего стану, и народу Твоего Сына, с Твоего благословенности, с Твоим благим же пречным Твоим Духом, и не пришло его в веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи Боже наш, Тебе молимся, Тебе просим, дознаемся святеца Твоего, на рабе Твоем всем. Арсений. И дознаемся крестный народ, на сына Твоего, сердце помышления, как говорят, в жизни святой мира, от всего лукавого.
церкви совершаемого страшного тара, пресвятого и благозабытого, уже Христос, это не печать нашего, получим Божественное избрание, по царству для Бога, дать вещи, родовище, 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 за пресвятыми благим, уже крещу, для Бога, уже не присвят, и во веки веков. Аминь. Господи, помолимся, Господи, помилуй. А имя Твоем, Господи, Божий, истинный, для Бога, Твоего Сына, стага Твоего Духа, возлагал руку мою, дорабатывай, подобше прибегнуть к святому имени Твоему, под кромкой Твоих сохранитесь, отставив неговедку, прелесть исполнила я в тебе веру, и надежды и любви, да разумеете, как ты есть и Бог истинный, и Бог и Сын, Господь Иисус Христос, Сын и Дух, дашь тебе всех заповедь Твоих одели, и угодно тебе сохранить тебе, врачусь, говорит себе человек, жив будет в них на пришельных книзе жизни Твоя, среди них устав наследие Твоего, да простаться, и не пресвятой Твоего, возлюбленного Твоего Сына, Господу же нашему Иисусу Христу, и встречу Твоего Духа, да будут дочь Твоего израильщего, Ты упочил, я люблю тебя, царю.
ради избавления. Благословение Иорданское, Иордана, сотвори в день источник, насыщение дар, по разрешению и благословение, демонов, всегубительство, собратило силы непреступно, ангельские крепости исполнены бежать мне. На ведущий создание Твоему, на имя Твоего Господи, призывай активное, славное, страшное, сопротивное, да сокрушаться под знаменем образа Христа Твоего, вся сопротивная сильная. Да сокрушаться под знаменем образа Христа Твоего, вся сопротивная сильная. Да сокрушаться под знаменем образа Христа Твоего, вся сопротивная сильная. Духу лукавых помрачений помыслов и тишь мысли наводяя, но ты, Владыка, всех покажи Богу силу и благословение его насыщение, очищение пути духа, славу его составление совершений, просвещение душ, баню и небытия, обновление духа, сын положение даровавы, надеяние и пление источник жизни творилось, Господи, измыйтесь и чисты будете, отымите лукавство душ ваша, и даровалась она, слыша плаки рождения во имя духа, явися Господи на воде сей, дашь мне написание обещаемому. Вы же отложите убавитого человека для ему, по похотям прелести, обучись оживого, обновляемого, разосадавшего его, дабы с разной подобной смерти твоей обещания, общего воскресения будет и сохраним дар святого духа, и возрастив залог благодати время, почесть, горнее воззвание, сообщиться перворожденным, написанным неси. В Тебе, Боже, Господи нашем Иисусе Христе, как Тебе подобает славу и нам очистить поклонение в кубе с обезначальным ДВЦ, со пресвятым Богом же творящим Твоим Духом, не присно веки веков. Аминь. Он мне. Может, крестный, кто может, мама, мы тогда, он хороший мальчик,
Мы же уже помазывались один разочек, да? Сейчас еще раз помажемся масочкой. Очень хорошо пахнет. Это освященная мира. Только патриарх имеет право его освящать. Я буду говорить печать дара Духа Святого, а вы говорите грустно каждый раз после этого. Давай, будем сначала. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Аминь. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Все. Миропомазание у нас совершилось. Пока я его потом не смою, мира, ну как-то аккуратнее держите, чтобы оно не размазывалось, не попадало на одежду. Хорошо? Сейчас мы еще немножечко помолимся, потом умоемся. Так, пойдемте на прогулку. Чувство друзей, не запинающего друга, а сверху покрыла силой, и же не рождайся, даже невозвучными.
крестного художника стало для сосудов на сбрали его Павла, апостол Звоедина, вся слава твоя творить, пришедшая раба твоего. Арсения, начаток сотвори, стричила сы главы своя, благослови руки сего восприемлемы, дашь им всем, получали сосудами твоим благоходными бедети, и рамилась все, как в Боге, с ним стало слава, свою сыну, 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 Я, когда приспеваю возрастом, сидим и старость, слава тебе воссветь, и увидеть блага Иерусалима, все дни живота своего, и подбывает тебе себе славу, честь и поклонение, от своего Сына, за Духа Духовного Христа, и во веки веков. Аминь. Подстригается раб Божий в сети. Сами сын, и сын, и сын, услышай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Рабе Божьем, Молодочном Арсении, Дионисии, Маргарите, Наталье, и нас и назвать. И все здесь предстоящих и молящихся, и же умножите им лето живота, и Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я говорю, милости учил, говорю, без Бога, сей тебе славу ссылаю, Святочным Твоим Отцем, Пресвятым Благим, Жадрящим Твоим Духом, и непресно. И во веки веков. Аминь. Воцерковляется раб Божий Арсений во имя Отца и Сына и Святого Духа. Внидит Бог твой, поклонится на храму Святого. Сегодня мы находимся в городе Кронштадте на радостном событии, светлом событии, на крестинах Арсения. И самое главное, мы ему желаем здоровья, крепкого здоровья, ему, его родителям. Для него это будет очень важно в жизни, чтобы он рос мальчиком умным, хорошим, послушным.
И в жизни у него все сложилось очень удачно, счастливо. Работа была у него хорошая, когда он вырастет, любимая. Ну, наверное, это самое главное в жизни. Жена попалась хорошая. Арсений, тебя крестили в очень знаменательный день. Сегодня... Красная горка. Красная горка. То есть сегодня светлая седмица. Пусть твой путь жизни будет тоже такой же светлый, как этот день. Всего самого хорошего тебе. Я как мать крестная надеюсь помочь тебе во всем, в чем тебе буду нужна, и чтобы у тебя все сложилось так, как надо, как ты хочешь, и чтобы у тебя все всегда и везде было, и удача сопутствовала тебе во всем. Ну, для нас сегодня очень важный день, сегодня очень такой знаменательный для Арсения день. Крещение – это очень важно для человека. Пусть ангел-хранитель его оберегает, на добрые дела направляет, чтобы он был у нас счастливый, здоровый, и все у него в жизни складывалось хорошо. Арсений, будь сильным, здоровым, настоящим мужчиной. Мы тебя любим. Дорогие наши дети, сегодня светлый, радостный день. Наш Арсений, внучок, и ваш сыночек сегодня получил благословение свыше. Теперь у него будут ангелы-хранители, которые будут его защищать всегда и везде. Он будет расти умным, веселым, дружелюбным, радостным. Арсений, а мы тебе желаем с дедушкой, чтобы тебя по жизни всегда сопровождал ангел-хранитель. Везде, во всем тебе он помогал. Счастья, радости. Удачи! Раз Арсений, сегодня такой замечательный день. Сегодня прошли твои крестины. Все прошло здорово. Я думаю, ты увидишь фотографии, видео, посмотришь на себя со стороны. Желаю тебе в будущем успехов и здоровья, разумеется, крепкого. И главное, чтобы жизнь прошла так, как ты хочешь. Делай те выборы, которые ты хочешь, а все остальное, оно постепенно сложится так, как надо. Так что желайте самого лучшего, Арсений.